История выпечки началась еще в 13 веке до нашей эры. Древние греки жарили лепешки между двумя металлическими пластинами. В традиционном виде они появились в 17 веке и, надо заметить, были не сладкими, с сыром и зеленью. Знаменитые бельгийские вафли появились лишь в середине прошлого века. Ресторатор из Бельгии Морис Вермерш привез на международную ярмарку в США рецепт выпечки своей супруги. Вафли произвели фурор и получили название бельгийских. А какие вафли любите вы?